Здравствуйте, меня зовут Сергей Чурбаков. Я актер театра «Сатиры». Мне 60 лет, заслуженный артист России. Ну, что я могу рассказать про себя? В театре я на данном этапе уже, так сказать, острохарактерный артист. Играю лет уже 20, наверное, Карлсона, Грумио в «Укрощении строптивой». Я не знаю, по молодости играл Ешуа Ганоцри, Петра в «Последнюю Горького». Сейчас характерный артист. В театре, в кино я снимаюсь, играю всяких адвокатов, врачей, психиатров, консультантов по вопросам культуры, приемщиков в ломбарде. Сыграл даже карточного шулера. Вот. Ну, что еще? Разные адвокаты.